Кто повелевает гунами материальной природы? Гунешвара. Как влияют гуны материальной природы? Они влияют на мои чувства. Кто повелитель чувств? Хришикеша. И Прабхупада описывает. Человек должен это все уяснить. Почему нужно поклоняться Кришне? Почему я должен служить Кришне? Потому что Кришна повелитель моих чувств. Потому что Кришна повелитель гун материальной природы. Потому что Кришна повелитель всех йогов, полубогов и так далее. Зачем мне поклоняться подчиненным? Я должен поклоняться хозяину, поскольку я также ему подчинен. Поэтому материальная природа, говорится, что Сати Деви, она убегает от Шивы, когда появляется на горизонте кто? Кришна. Она верна ему, говорится, но лишь до той степени, пока не появляется Кришна. Кто бы ни появился для Сати, она никогда не бросит Шиву. Но Сати тут же бросает Шиву, как только появляется Кришна. Потому что она чья энергия? Кто ее повелитель? Кришна. Кришна.